О ролевом экшене Hellgate London сказано и написано так много, что не имеет смысла в очередной раз объяснять, где и что мы будем делать. Игра готова к релизу, поэтому ограничимся последними напутствиями. Как следует уже из названия, Лондон стал полем боя, и нам предстоит истреблять бесчисленные полчища монстров и спасать мир. Делать это можно в одиночку, а можно и целой компанией. Для того, чтобы опробовать многопользовательский режим, Hellgate London вовсе не обязательно оформлять ежемесячную подписку. Мультиплеер открыт для каждого. Просто те, кто не пожелает платить абонентку, не получат доступ к дополнительному контенту и будут лишены бонусов вроде расширенного инвентаря. Партнеров для отправки в рейд нужно находить на станциях лондонского метро, являющихся в Hellgate London эквивалентом безопасных городов. Играть в группе гораздо веселее, чем одному. И, кстати, куда зрелищнее. Во время схватки от количества спецэффектов рябит в глазах. Тем сложнее уследить, не нужна ли помощь кому-нибудь из спутников. Поэтому разработчики заботливо поместили на экран слева иконки с информацией о состоянии здоровья друзей. Если заметишь, что кому-то из них совсем поплохело, спеши на выручку. После каждого масштабного сражения на поле боя остается много всякого добра. Правда, большинство видов оружия или брони ты не можешь использовать из-за классовых ограничений или неподходящих характеристик персонажа. Вовсе не обязательно подбирать ненужное барахло и бегом бежать обратно в метро, чтобы продать. Лучше сразу же на месте разломать награбленное на части. Получившееся сырье занимает в инвентаре совсем немного места, так что спокойно продолжай приключение. Когда вернешься домой на свою станцию метро, из сырья можно будет изготовить ценные и редкие предметы. Злые языки утверждают, что в Hellgate London нечем заняться, кроме тупого истребления адских тварей. Это не так. Игра предложит более 250 квестов. Часть из них действительно довольно тривиальна и заключается в словах «исследуй, собери, поймай, сопроводи и убей». Однако многие задания очень оригинальны. В игре даже есть квест, созданный в духе стратегии в реальном времени. Не волнуйся, строить базу и добывать ресурсы не придется. Ты просто получишь под свое управление небольшую группу воинов и должен будешь показать себя настоящим полководцем. Что ж, до выхода Hellgate London остались считанные дни. Надеемся, игра полностью оправдает наши ожидания.